Обвинялся в избиении двух девушек себя на родине, и вот из-за этого так активно якутские любители Аэрисофос стали поздравлять их пакету. 4 победы, 3 поражения, девушка. Его стиль ММА из города Бишкек, Кыргызстан, Арген на углу клетки. Ему 22 года, рост 172 сантиметра, вес 56,9 килограмма. Его профессиональный рекорд 4 победы, ни одного поражения. Его стиль Панкратион из города Грозный, Чеченская Республика. Амир Итак, Амир Алиев против Аргена Чырыкбаева. Ну, на прошлом турнире все Янгигос очень здорово себя киргизские бойцы показали. Много побед они одержали, в том числе в противостоянии с местными атлетами. Ой-ой-ой, как жестко сейчас право прямой навстречу. Еще двойка, заходит неплохо, справа снова попадает Алиев. Пожалуй, отмечу такой интересный момент. Пока, да, вот как раз все. Ну, хотя нельзя сказать, что подзавязалось. Интересно, интересно идет поединок. Рефери Андрей Ковалев, которого мы сейчас видим на экранах, это не просто рефери, обычно это главный судья соревнований. Очень опытный человек, дока в своей теме, очень подробный. Настоящий профессионал. И вот сейчас, сегодня, в виде исключения, он еще и рефери. Хотя, по-моему, это в этой роли он тоже бывает довольно часто. Очень здорово работают спортсмены сейчас в ударной технике. Да, и активно поточнее, конечно, да. Спортсмен. Алиев очень здорово попадает. Но мы знаем киргизских бойцов. У них есть какая-то аномальная, крепкая, не знаю, держалка какая-то. Ну, короче говоря, челюсть. Аномально крепкая челюсть. Вырубите киргизского бойца. Я не помню такого. Ну, как, по крайней мере, не всерьез. Ну, там ножницы можно было интересно прыгнуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Как они прям все тело кинули. Хорошо еще. На встречу совсем не получилось. Вот здесь сейчас все мимо цели у Алиева. Да, это опасно, потому что когда ты бьешь, промахиваешься, как бы выматываешься. Все спортсмены понимают этот термин. Теряется сила в ударе, теряется уверенность в этом ударе. Ой-ой-ой. Очень здорово попадает. Но держит, очень здорово держит удары. Чырыкбаев. Такой, как будто спрашивает, ты не устал? Терпеливые, терпеливые киргизы, это все отмечают, то есть с ними работают. Я тут на медне... ездил в Сибирь, открывали мы там один регион, Красноярск. Ну, наше отделение в Красноярске, наша организация. И выяснилось случайно, что киргизы как раз родом-то оттуда. И хакасы, которые там на юге Сибири находятся, это их ближайшие родственники. Собственно, один практически с ними народ. То есть киргизы – это наши, если брать современную географию, исторические соотечественники. Они жили, это сибиряки. Вот. Просто они, пострадав от монгольского нашествия, вынуждены были эмигрировать туда, в более южнее. Очень тяжелое попадание сейчас от Аргена, и Амир Алиев буквально выживает. Да, красавцы, вот это бой. И посмотрите, вот еще бой. Добавляет, ничего себе, ой-ой-ой-ой-ой. Просто сумасшествие какое-то. Арген Чырыкбаев сбивает один за другим удары, там рассечение, бросок. Не дает просто вздохнуть спокойно Амиру Алиеву. Время. Но есть постоянно активное сопротивление. Да-да-да, и Алиев встает. Ничего себе, вот это характер. Еще попадает Арген
Киргизбаев Алиев переводит. Мужчина. Мужчина. Снизу. Мужчина. Ничего не скажешь. Амир Алиев, конечно, красавец. После такого количества и качества пропущенных ударов, сейчас еще и оказаться в доминирующем положении, это очень впечатляет. Но удержать не в состоянии был. Видно, что и Арген немного подустал, потому что очень много сил потратил на этот рывок. И перевод. На встречу подхват. Да, и 30 секунд до конца. Какая развязка интересная. Так, неужели здесь еще будет атака? Ух ты, какая интересная вещь. Рычаг колена с этого положения крайне редко делается. Это большие мастера обычно только решаются так делать. Да, и теряют позицию. Ну, почему он попробовал, почему он рискнул позиции, мне как раз неудивительно. Потому что это концовка раунда. Ну, шикарно, шикарно. Слушай, я понял. Рассечение прямо на брови, по-моему, у Амира Алиева. Но это сумасшедший раунд. Большую часть, которая вот, методично, да, развивалась, опять-таки, Амир Алиев, но в одном из эпизодов пропустил и был на грани поражения, казалось бы, нам. Да. Но выжил. Местами казался за гранью, но нет. Было активное сопротивление, почему рефери не имел права, собственно, останавливать особенно этот поединок. Судейская работа здесь, это правильно, и вот, вот мы про этот эпизод говорим. Кстати, не то, что не имел, как раз имел право, но рассудил, что могут продолжить, и оказался прав. Высекающий лукик. Да, чуть-чуть проснулся так. Пришел в себя Амир Алиев. Киргизский спортсмен встал к стене. Это вообще не очень хорошо для него, потому что он становится более простой мишенью. Ну и здесь снова попадает Алиев. Видно, немного пришел в себя. Так, попытка удалось контратаковать, воткнуться на ногу со стороны киргизского спортсмена. Ну, кстати, такое ощущение, что чуть ли не сам позицию отдал. А здесь попытка треугольника. А вот треугольник шикарный, да. И рычаг локтя. Есть. Да. Какой драматичный просто путь. Шикарный поединок на самом деле. И Арген Чурикбаев, ну, большой молодец. Большой молодец. И красавцы, красавцы. Конечно, оба большие молодцы, но я думаю, претендент победитель, на победитель. Победитель не всяких. Выше всяких похвал, да, выступил. Шикарный поединок. Да честно, шикарный. Здесь и проигравший выше всяких похвал выступил. Классный бой, классный. Придраться не к чему. Каждый себя показал, каждый подарил несколько ярчайших эпизодов. Все замечательно, отличный бой.